У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» у студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску глядзіце. Інавацыйнае абсталяванне і новы метад вадкаснай цыталогіі. У вобласць прыйшлі самыя сучасныя тэхналогіі па выяўленні раку. Перасесці на велосипеды ці адправіцца пешшу. Як Магілёў далучыўся да сусветнай акцыі «Дзень без аўто». 22 верасня сустракаем астранамічную восень. Ці будзе яна пяшчотнай, ведаюць сіноптыкі. Пра гэта іншае падрабязнее. Зніжэнне колькасці смяротных выпадкаў на вытворчасці. Такая станоўчая дынаміка адзначана на Магілёўшчыне за апошнія 8 месяцаў. Гэта стала адной з прычын для правядзення ў вобласці навукова-практычнай канферэнцыі па ахове працы. Трэці рэспубліканскі форум прайшоў на базе Круглянскага раёна і сабраў больш за 100 спецыялістаў буйных прадпрыемстваў Беларусі. Актуальнасць аховы працы ніхто не аспрэчвае, нават калі статыстыка гаворыць пра памяншэнне вытворчага траўматызму. Бо за кожным з няшчасных выпадкаў рэальныя людзі і іх родныя. Таму стварэнне бяспечных умоў працы стала галоўнай тэмай трэцяй рэспубліканскай канферэнцыі. Госці абмеркавалі новае ў працоўным заканадаўстве, пазнаёміліся з сучаснымі адукацыйнымі праграмамі па ахове працы і наведалі прадпрыемствы рэгіёна з перадавымі тэхналогіямі ў гэтых пытаннях. Напрыклад, Круглянская перасовачная механізаваная калона – пастаянны прызёр абласных конкурсаў па ахове працы. А на папяровай фабрыцы «Спартак» дэманструюць самыя сучасныя сродкі індывідуальнай абароны. Як адзначылі на канферэнцыі, важна не толькі кіраўнікам забяспечваць належныя умовы працы, але і самім працаўнікам неабходна патрабаваць выкананне правілаў вытворчай бяспекі. Па-ранейшаму сярод самых траўманебяспечных сфер – аграпрамысловы комплекс, лесагаспадарка і будаўніцтва. У Цэнтральнай цыталагічнай лабараторыі Магілёўскага анкадыспансера распачалася праца на новым абсталяванні. Пасля візіту спецыялістаў французскай фірмы, якая і паставіла апаратуру, цяпер даследуецца першая партыя, палова сотні аналізаў, сабраныя ў диспансеры. Лабараторыя і яе новыя тэхналогіі стануць добрай асновай для прафілактыкі анкалагічных захворванняў. Сейчас мы лаборатория областного уровня, и очень большая часть работы нашей лаборатории – это именно профилактическое направление. В первую очередь это профилактика рака шейки матки. У обновленной лаборатории разгортывается программа цитологичного скринингу. Это дотычится всех жихарок Могилевщины, навод тех, у кого нема никаких прихметов захворывания и скаргов. Инновационное обсталевание и новый метод вадкостной цитологии дозволить выявить патологические клетки, якія сигналізуюць пра рак шыйкі маткі ў недалёкім будучым і своечасова прыняць меры. Ранняя стадия лечится достаточно неплохо, когда человек обращается к нам в распространенной форме злокачественного заболевания. Тяжело и нам, и тяжело пациенту. Між тым, поводле плана, у гэтай осенью повинен быть добудаваны и обсталяваны новый хирургичный корпус. И это не просто поширение площадь. Там будет 8 операционных залов, реанимация и самое главное, там будет новая аппаратура. А с получения сучасных технологий, с опытом медиков, дае надею на выниковое лечение. Мы планируем, что у нас освободятся площади и получится расширить поликлинику за счет освобождающихся площадей на первом этаже. Я думаю, что это разгрузит, будем говорить, тот коридор узкий, в котором сейчас пациенты ждут приема врача. Сегодня сотни хворых на онкологию, 56 человек, живут более за 5 годов. Врачи мяркуют, что новые махчимости дозволят довести эту личбу до 70. Илона Иванова, Александр Артемьев, «Новины региона». Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Магілёўшчыны на пачатку наступнага тыдня правядзе прамую тэлефонную лінію. 25 верасня старшыня камітэта разам з галоўнымі спецыялістамі службы прымуць вашы тэлефанаванні па ўсіх напрамках сваёй дзейнасці.
Так, например, старшиня комитета Светлана Тарасенко примет ваши питания и пропановы с 15 до 16.00 по номеру у Могилеве 32-67-42. Остатние специалисты будут принимать телефонование на протягу дня с 10.00 до 17.00. Больше подробно про телефоны отказных специалистов можно будет доведаться по номеру приемной областного комитета социальной обороны 25-23-79 и на сайте Могилевского облвыконкама. А Комитет экономики Могилевского облвыконкама подводит выники конкурса инвестпроекта у субъектов малого предпринимательства региона. Переможцы отримают державную поддержку для компенсации частки выдатков на реализацию инвестпроектов. За последние несколько годов отримали державную поддержку в межах конкурсу 27 малых предприятий. Древоопрацовка, полиграфичные послуги, вытворчесть будовничных материалов – на такие сферы скированы селетние проекты приватников. Наместник старшини Комитета экономики Могилевского облвыконкама Павел Мариненко с этой нагоды расповел у студии телерадиокомпании «Могилев» про предпринимательство региона и его поддержку. Например, сярод іншого держава поддерживает инновационные проекты. Есть сегодня в Могилевском облсполкоме такое понятие, как инновационный фонд. То есть те деньги, которые, возможно, вкладывают в научные разработки, в выпуск той продукции, которая будет экспортоориентирована, которая будет новинкой, действительно новинкой. Так вот, доля субъектов малого и среднего предпринимательства во всем объеме – это 70%. Я всегда это связываю именно с гибкостью, с инновационностью, с тем, что сегодня для того, чтобы заработать деньги, надо идти новым путем, а не проторенным, чтобы существующие ниши заняты. Интервью Павла Мариненки про тенденции у развития предпринимательства и либерализацию законодавства глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». А 22 вересня, сусветный день без автомобиля, Беларусь долучилась до такой акции в 2008 году. Ти стало у гэты день менее авто на улицах Могилева, высветляли наши корреспонденты. А знаете ли вы, что сегодня Всемирный день отказа от авто? Знаю. Так. Но вы на автомобиле? Да, спешу на работу. Не только машины вредят, заводы наши также. Я живу в сельской местности, не в городе. И без автомобиля ну просто невозможно. Идея хорошая, но неудобная. Поясните. Ну, иногда не всегда есть возможность отказаться от авто. Может быть, в следующий день отказа от авто вы будете ехать на общественном транспорте? Может быть. Як бачна, многие обирают комфорт и зручность. На парковках для администрационных будинков и гандлевых кропок по-ранейшему немало машин. На припынках громадского транспорта ниякого ажиотажу. Долучиться до сусветного дню отказа от авто пропонуют природоохоўники. Им, як никому, зразумело, насколько великая шкода выхлопных газов. Выбросы от автотранспорта на сегодняшний день примерно в два раза превышают выбросы от всех предприятий. Ну и количество автомобилей ежегодно растет. В Могилевской области более 300 тысяч автомобилей. Пересесть на велосипеды альбо скористаться у гэты день громадским транспортом – это пропанова. И до яе все ж таки не все застаются абыяковыми. Сегодня Всемирный день отказа от авто. Знаю. Вы в курсе, да? Да. И вы сегодня не на автомобиле? Нет. Я тоже отказалась от авто. То есть вы знали, что это? Даже и для здоровья, и вообще. Погода хорошая. И для экологии хорошо. И для экологии хорошо. Для деток наших маленьких, внуков то же самое. Я за. Хоть каждый месяц. Как я поддерживаю этот день? Лично я сам хожу пешком. Алиса Рыбалка, Виталь Вопсиум, новина региона. Коли день ровный ночи, осеньское равноденство, звычайно, выпадая на 20-е числа вересня. Меж тем, по словам специалистов, дата год с году крыху меняется. Сёлета, например, яна выпадая на 22 вересня на 8 годин вечера. Лічыцца, что менавіта с гэтага моманту и начинается астрономичная осень. У день осеньского равноденства Солнце находится под и над горизонтом однольковый промежек часу. А сама планета, сцвярджают астрономы, займая строго вертикальное становище относно Солнца. От гэтага и однольковая протяглость дня и ночи. У народе с днем равноденства связаны прикметы и отметности. Кажут, что с гэтага моменту начинается другая полова бабиного лета. Лечилось, что коли у гэтый день сухо и тепло, то осень будет такой же, а зима пройдет поздней. А вот який прогноз дают синоптики на ближайшее
ближайшие дни. Згодно попередней информации, у выходные будет без опадков. У субботу поветра прогреется навод до плюс 17, плюс 22 градусов. Однако заховается ветер 5-10 метров за секунду. Порывы до 14 метров. У неделю у понеделок так само заховается сухое надворье и ветер. А слупок термометра крыху опустится. У день чекается плюс 14, плюс 19 градусов. Нагадаем, теперь вечерние выпуски программы «Новины региона» на телеканале «Беларусь-1» выходят у прямой эфир у 18.00. А больше подробно про новины в области, как звичайно, на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюсь. До встречи.